Oh,
Kalem. Kalem Ali. Hoş geldiniz. Üniformanı geç koyalım. Geçiyorum hocam. Sen sen bir bir çay içelim. Sen durun gelin. Sen durup ki yine uğramız. Az önce yapışaydık. Gepleşeydik. Selamun aleyküm. Yaşınızı uzun muyum var? Bunu uçurağımız yendi. Online uçurağımız. Yok yaprağımız. Tamam. Kızık yap. Eşit koy olsun. Ha, otur oraya. Ben şöyle oturamam. Otur oraya karayım. Mana shu so'zlarni yozib, yod olib, yozishyapti o'zi. Yo'qni qulog'i bor dedi. Bilasizlarmi? Yo'qni qulog'i bor dedi. Yo'q deysan, yo'q bo'lib ketar ekan-da. Chunki yo'q nima dedi? Haqiqatda yo'q qulog'i bor. Adoni ham qulog'i bor. Gadoni ham qulog'i bor. Ado, ado deb ado bo'ldi. Gado, gado deb gado bo'ldi. Ado Katakan Rahmat iş yaptı. Daima sabırın, salamet bulun. İlahim kostüyüm asan. İş yaptı. Ahmet icat izge. Yana bomba, yana Yusufan, yana premiera de iş yaptı. Yana manuşunda. Hakikaten prima donnası Yusufan ve hanım de iş yaptı. Ahmet sabırın tülay. В красном платье прям сияете. Удачи вам, ребят. Всего легкий из разъезда. Девочки, хвалим дальше. Украинадан келганингизге хали ишонишмаяпти, хамма сиз Украинада деп. Не-не-не, я в Украину съездила, смотрю, там никто, некому было слушать. Я сказала: "Девочки, мальчики, до свидания, там сами разберитесь". Там не до меня было. Я сразу спела и дернула. Ну я в шутку сказала, что там мир идет такой. Ну просто поехали там, миру мир, конец войны, там свадьба была, мы пошли, спели и пришли. Judayam ochilib ketibsiz. Ovozga gap yo'q. Butun dunyodan salomlar sizga kelyapti. Abi yıldız yıldızda kegen bir tane tepede yazıp gitti. Kara kanaka mazza kılıp koştu ayeti yaptı dedi. Bu tutu energetikanı hani yedik. Muhlislariz bazen çok почувствовали. Kanaka mazza kılıp ayeti yaptı. Kto kalsa kada bir kamya na konsert prıydı. Tam еще kafede de еще манера вот первым. Как то, что пластинка звучит, да, скажем так. Kada na konsert с гитарой. Ado, 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 живем это вообще будет совсем по-другому. Бутун дуньодан салом сизге, ўша Самарканддан, Израилдан, Бухородан, ҳамма жойдан сизге саломлар бўляпти. Алейкум салом. Бутун у республикамиздан ҳам салом. Шалом вам тоже обратно. И салом вам. Кто что желает мне, пусть Аллах это в первую очередь одарит вас этим. Хакики примадонна ге салам айтам. Илоим. Морилерге шукр. Мусулмонлар ҳам жуда чиройли гапларни ёзяпти. Бири-биридан ўтиб кетяпкан ва хитлар чиқазяпти. Усмонов ўзи қочяпти, қўшинлари орқасидан етиб ола олмаяпти, деяпти. Ҳали қолган программада ишчисиз. Ҳали касал бўлмади. Мана Германияда тур олиб кўрямиз, деяпти. Рахмат, деяпти. Тинчлик сақлайлар, тинчлик бўлсин. Амонлик бўлсин. Вот когда я говорю тинчлик, многим мир, да? Когда я говорю, пусть будет мир, пусть будет спокойствие. Конечно, весь мир спокойно держать невозможно. Многие думают, вот она говорит мир, это не просто слова. Вот как только в Украине стало чуть-чуть бомбить, так все сразу, кто куда может, все там таракай убежали. Ну и за детей тоже приходится уезжать. Не убежали, ну правильно, кому война нужна? Кому война нужна, пусть тот и воюет. Но хочу сказать, берегите мир, когда у вас в стране мир, берегите его. Не надо все время возмущаться, не надо все время камушки туда-сюда дергать. Какой-нибудь камушек еще булыжник может за собой потянуть. Это очень важно, потому что когда-то я еще в 90-е годы, 80-е годы, если вы помните, еще тогда вот межнациональные вопросы были. Вот у нас в этом плане... У нас нету этого. Вот ты киргиз, а ты казах, а ты татарин, а ты узбек. Вот нету у нас такого. У нас мир. Узбеки никогда, никогда. И если даже какой-нибудь узбек только откроет рот, второй узбек и третий, четвертый, другие, тут же ему рот закроют. У нас нет национализма.
У нас нет шовинизма. У нас ассалам. Да, мы можем по-другому поплеганди, да? Салам алейкум, нахсущему, яхшимус. Кирин, 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 попусу. Мы можем друг по-другому кинуть. Это у нас крови. Намазу ухтыр секингинам. Тупо тору потанус. Аллах дейбус. Ишкенген алып, алиге. Бізе кишені мал беріп, бізе шумылен. Өзіям йоқ, малам йоқ, пүләм йоқ. Ихін намаз ғана дейбус. Açılıp gidiyorsunuz. Cuma buçuk böyle bir yazmıştı. Yürekten vurupsuz. Yürekten vurupsuz. Hasan Cekor yazı yaptılar. Yürekten vurdu bu koşuk hit. Toylarını basan da sancara gidiyor şey yaptı. Bu da abi şükür. Bu da abi şükür. Bılamız. Bılamız. Uramız. Uramız. Peki gün bana koşukları bakanmasını tördük ki Özbekçe'de bu içe çıka takli boyan bu kızımız. Ben korona gen toylarına hapı olmayasılar. Ben yine bir bor kaytarı vettemem. Я еще раз хочу повториться, только теперь уже на русском языке. Те свадьбы, которые перенесли с апреля месяц на март, я вынуждена ехать, потому что они из-за меня перенесли. А те, которые перенесли, я стараюсь не выходить. Я 5 пальцев в рот тоже совать не могу, мне надо готовиться к концерту. Люди билеты покупают сюда. Вот я вчера вот Халиме тоже объясняла. Люди приезжают издалека посмотреть на концерт, послушать ее тоже песни, да? И я не имею права рисковать ни голосом, ни здоровьем, ни этим. Шуна Йозышка. Концертлер репетициясы больше қарамаста, яна премьера қылыптылы, деп Йозышкан. Премьера это нормально, это все откуда вот это столько энергия, деп урча Йозышкан. Ну, знаете как, хочу сказать, энергия это все-таки, когда человек движется, это вот как самозаряд идет же, у нас все-таки какой-то есть самозаряд. Есть усталость приятная, есть усталость, когда усталость вообще ничего делать не хочется. Это, наверное, будет тогда. Сейчас я, видимо, внутри, у меня стержень напряженный, я не могу расслабляться, я не могу себе позволить расслабляться сейчас, потому что у меня только работа начинается. Я сдам этот концерт, пусть народ целый год эти песни слушает, жует, пусть что хотят, то делают. Самое главное, у них будет материал, что слушать, понимаете, что? Я все понимаю, иногда мы вот это вот буги-буги тоже слушаем, это тоже надо, но не все время это нас спасает, понимаете, что? Песня о матери. Опять-таки, не та родина, нет, там именно не кричи про родину, не звездите про родину. Про родину можно молча сказать. Родину родители не выбирают. Какой нам Аллах дал, такой принимает. И для каждого человека своя родина, где он родился, это его родина. И никто не имеет права говорить что-то. Не нравится, уходи. Каждый делает свое у себя на родине. Потому что есть свой народ, есть своя культура, есть свои нюансы, да, скажем так, обычаи. Поэтому есть и такие вещи, есть танцевальные, есть лирика. Вот наш пастух пришел, денежки собрал, пришел. Вот пастух у нас. Подачи мы с... Кулярды, их штрипкеляды. Чертаки, ахшимы. Чертаки. Вот. Видите, да? Еще и шапочку одел. Пастушью. Этот человек, я 1000 раз его буду умолять, и брать войну, он говорит, будь. Уезжай турин, не могу. Это сиген. Шуна хода. Вот. Ну, стараюсь беречь себя сейчас. Не заносить. Ну и без репетиции нельзя. Вы знаете, что это нас успокаивает. Мы каждый день делаем прогон. И когда делаешь прогон, не стыковка, не просто определенные номера. Мы со вчерашнего дня уже делаем прогон. До этого была стыковка. Мы потихонечку стыковались. Танцы. С песнями, с музыкантами, что хватает, что не хватает. А теперь уже, когда идет прогон, все минусы, плюсы вылазят, и вот эти вот дорабатываем. Да, вот мы уже как бы сегодня доработали. А теперь уже дальше будем прогонять, чтобы успевать инструменты менять. Секунды считаем. Это очень маловажно. Во время концерта мы сейчас договорились, что все, я не знаю, как ханахадисляста, мы сейчас подручага узбечага при, мы решили регламент поставить, я согласилась, они мне предложили, я согласилась. Приходят цветы, дают раз, мне чили, ваша клея, спасибо за цветы, но на концерт приходит народ, и время концерта люди должны в дорогу уезжать, издалека приезжают, они должны в дорогу уезжать, я не могу тянуть полчаса только на цветы. Получать. Вот за 5 минут, за 7 минут, вот где-то, я не знаю, 7, но максимум 10 минут
мы должны будем уложиться. А потом уже свет убирает полностью и для меня, и для вас, и потом уже опять программа начинается. Шунтур алген босан. Гүл олышке ярым соғат бак бермейлик деген тәкіліп болды, мән хоп дедім, мәнге яқты. Чүнки ярым соғат 40 минут фақат гүл олышке бак деді. И те, которые впереди сидят, бұлар аяқ асты болады. Енді хаммайым үміт мүлін келеді концептке. Вот. Я не знаю, что вы скажете, я на кем согласилась на это. А, нема дешев? Это джудеям коп, улюгру моя мантурс найцам слишком коп и обижается, что я не читаю комменты. Просто не ругайтесь. Не, просто почему не читаете комменты я зашивать-то? Нет, я буду читать сейчас, просто ортадам перебивать, скажем, из бунарсана. Бетте я на хамма комплиментле берлиан, хамма райондан, хамма джойлардан салам сізге айтылыпты. Мне это была бы помощь, например, как вы же зрители в основном, вы приходите, как вы на это смотрите? Я, например, согласилась, я подумала, что это как бы логично, чтобы свет вовремя убрали, все цветы быстренько подарили, это не то, что вот цветы, там, любовь, морковь, я могу 50 минут чай занимать. Вакт кыммат баха, тугры каро. Да, потому что у нас еще есть, да, если у нас еще будет, скажем так, бонусы, тогда мы вообще ничего не успеем, да? Тугры дешевте, возможно, мухлистлер жан, азатта бахт. Siz qo'shib berasiz u deyishyapti haligi bo'lsa. Da, endi men hozir gullarga vaqt shuncha ajratsam olib kelinglar, lekin tezda berib, tezda. Надо уважать друг друга, да, я думаю. Так и так. Так и так gullab kelganlarni kameralar oladi. Так и так вы будете в камеру все. Konsertda madaniy xordiq uchun kelinadi. Konsert tomosha qilgani, отдыхать приходит. Самое главное, мне это важно, и потом, когда начинает обижаться, вы должны будете как-то подправить все это, не я просто должна всему этому объясняться. Иногда я вас защищаю, начинают другие меня клевать. Вот, мана сия фикер блок келу, дейсу амаз. Оны ман вақтыда берсін. Енді хар битас расымге чуэлі деп, күте отырады, ахырда қоса расымге чуэмады. Бомеді, чырақ шартта да өчады бүл, еч кем юралмия қолады. Гүлді беріп, шында хам все камеры будут работать, сверху тоже камеры ставят. Все будет сниматься, гүл бергенлер. Тоғыра айтасыз. Я согласилась на это. Не моя идея, но я согласилась. Албатта, мана хамма вақтида бериш керек дейсяпти, гүл алып келеди хамма дейсяпти, лекин ўзини ҳурматда сиз жуда тўғри гапирасиз, қўшилишяпти. Ҳозир мана кўпчилик кулиб айтишяпти, ана ханна дейсяпти-да, ханнаси бор, ҳалига битта қўшиб бонус қилиб беришингиз борда, яъни вақт яхши бўлиб қолса. Вы понимаете? Дружба народу фан биз арендага оламиз-у, ишчилари бор, улар ҳам қулфлаб кетиш керак. Вы думаете, битта бизга боғламаса, мен 4 сағат ҳам беришим мумкин. А булар ҳам Бурин кесе, юзам, кеген яна икелеме пул сорайды, башка кылат. Это всё. Займада. Милиция хонасы бар, башкасы бар. Вакытты түгәтеп кетиш керек. Шу бит бездән бүген тарап кылышыпты, ди. Это очень немаловажно, ди. В каком смысле? Ураган вакытта бездән кин ягыштырып, курлап кетиш керек. Гүл керек эмес, йөрәкне эза дигән кошык керек ди. Йо, гүлләрем керек. Сачо. Я с удовольствием буду забирать. Я маленькие тюльпаны, полевые цветы люблю. Красивый букет я всегда забираю, я сразу говорю. Что илоджи просто атрыгуллер, егылат мейлэ. Что атрыгуллер келадью, мне так жалко их. Улар узай яшамейт, но хазыр ысыяп тюкен. Атрыгуллер минус бір, иккелерді яхш тұрады. Де ташқарды, икке ойлабам тұрады. А так они все вялы. Атрыгуллерді хина мейлэ. Полевые цветы, тюльпаны, настарын. Gülge gül gerek, gül olasız elbette, gülüm diyeceğim. Ya olama, oy. Fakat tezletelim, bana ıslah bilmeyizler o. Ne bana yapılaşı yapıyken dedi, kurtuluk et bu ayette. Bana hep bir tolup getirdi, ırşeyim. Sen ne toplayışıysın, ayette ne bana yapıyken dedi. Dijurnu unutka bulan, o çin tijulu. İnaçın ayetman bilersin, falan yerden geldim. Если я буду каждого слушать, у нас время, это бесконечно будет, да, цветы получать. Ман, что не учу, меня это очень устроило. Не знаю, манки мапульки. Ханна, ты создала программа, новая программа, я не хочу ее портить. И самое главное, она кушагадан кейн будет. Она кушагадан кейн гуляныш. Чунки она дан кейн, значит, друз варыш кейн будет. Гуля кабан кола, вот, пишем, ну, и дальше уже программа, она, икеленып кетті уже. И, мана, бізде шунақа болды ки, про маму, когда я песни пою, все начали плакать. У нас очень многие музыканты своих родителей потеряли. Очень многие. Я не знаю, ковид бахана. Ну, это один. Ну, и из-за болячек, я думаю, что все потеряли почти маму. И даже я потеряла ее. Ну, как-то так получилось, все одновременно как-то. И знаете, музыканты тоже не могут. Но я потом сказала,
ребята, тогда я тоже не смогу петь. Вы будете плакать, уходить со сцены. Ах, я что должна делать? Мне тоже надо петь. Ну, сейчас вроде все в руки взяли. Я думаю, что про маму, когда поем, мы должны все это выдержать. И достойно стоять, и даже плакать не стесняться своих слез. Это же мама. Они разве не заслужили? Почему мы стесняемся своих слез? Почему мы стесняемся своих чувств? Есть у нас больше второй мамы, нету. И есть любовница, есть жена, есть дети, есть ваша работа. И деньги вы заработаете, и все, что хотите. И кушать найдете. А мама не найдется. Родители не находят это. Поэтому я думаю, что и даже если плакать, можно сидя плакать достойно. Но обязательно платочки возьмите, я сразу говорю. Салфеточки запаситесь. Мои, я попрошу, чтобы там салфетки продавались тоже сухие. Сухие. Потому что я сама тоже тяжело пою. Зарина, ты боя язык вот тогда. Хочешь, кыз мамана еткен аген. Рахмат, хамас, учун рухсат берген. А, вот. Вот. Приятно слышать хотя бы просто вот этот ваш рахмат и спасибо, Зарина. А то весь мир поет песни. Вы знаете, как в Америке было? Я проехала туда. Это еврейская свадьба была. Ой, а вы тоже поете песни «Мама, не другой»? Вы знаете, я тоже написала эту песню и спела. Эту песню я написала, весь мир поет. И слава Аллаху, и слава Аллаху. Пусть все ценят маму. Мама, нет нации, нет никакой разницы. Ни религия, ни нация не играет роль. Человеческие чувства всегда должны оставаться с нами. Мама – это самое ценное. Берегите. Будете уважать мам, дети будут уважать вас. Они будут делать то, что делаете вы. Любите. Видите, как я то, что пахала на семью, я максимум старалась помочь маме. И это моя дочь осознала. Моя дочь забрала даже у нас у всех маму и сама смотрела за ней. Это так приятно. И больше, лучше, наверное, чем мы, смотрела она за мамой. Мы выходили только в гости, ели, пили, смотрели, как там, все хорошо, и уходили. Рахмат Казамсанья. Молодец у меня девочка. Пусть у всех дети будут такие. Бабушек цените, цените, любите их. Им много не надо. Чуть-чуть внимания, поцелуйте в щечку. Помогите им иногда душ понять, помогите им сделать что-то. Потому что они не нуждаются даже, может быть, у нас. Но нуждаются во внимании. Просто пару ласковых слов. Дардымыз бір екен, оны оша бізді дардымыз бір екен, оналарын йоқаткен инсанлы көп екен. Я вам такой, нереально мамы очень много потеряли родителей, очень. И молодых теряем, и молодых теряем. И мы так говорим, а мне-то что, мне, конечно, 25 все время, но такие 25, как я, тоже мы уходим потихонечку. Жена шутит, поэтому, с вашего позволения, если да, здесь по телевидению, она уже днем уже ходит. Он уже устал. Устал, я устал. Стакламы, да? Да, да, стакламы. Блин, а малыш, что мать какой-то русал, уже телевидение не могла, нам мешать камеру, чтобы не отключаться. Я извиняюсь, тысячи извинений, просто это днем. Телевизор такой раз. Блин. Бахо. Гүлдүвет вам десет телефон. Ассаламу алейкум барчага. Мана чехрамы жа согынып сорашты арада. Да, көрүнмөдүңөр уну. Келем аз алым. Халашка. Телефоном кейін яна уланышке ва азаматлар доллар тоғры Примадон намазы оғлаймын. Онлайн чықарды дияна, қазір интервьюларды бердіген.
rahmat e'tiborlaringiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarning mashhurlaringiz. Kasal bo'lmanglar, eng kerakligi. Ay, kommentariyalar to'xtamayapti.